Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Амнезия The Bunker. Так, давайте посмотрим, что у нас с вами есть. У нас есть бинт, у нас есть с вами кусачки, болторез, зажигалка. Но противогаз нам, я думаю, не нужен, патронов у нас нет. Так. Небольшие ранения. А что если мы аптечку возьмем? Ну-ка. А, противогаз я скинул. Ясно. Палок у нас нет. Правильно. Тряпок нет. А чем мы будем крыс там разгонять? Прыгать? Ну такое. Ладно, можем попрыгать. У нас есть две аптечки. Ну что, пойдемте, друзья мои. Пойдемте в арсенал, наконец. Я очень надеюсь на то, что сегодня мы с вами все-таки динамит соберем. Арсенал где? Так, тут тюрьма, арсенал вот здесь. Соберем. Там у нас, помните, оставалось дойти до детонатора. Надеюсь, дойдем. На картофанах придется идти, я думаю. Слушайте, ну вот я сколько играю, да, звук в игре мое почтение. Вот серьезно, звук в игре просто бомбический. Это что у нас? Я это не ломал, что ли? А как так получилось, что я это не ломал? О, тут туннели. А мы туда не заходили, да? Мы туда не заходили. Почему я это не ломал? А я хочу это поломать. Ну-ка. Я не понял, тут что? Не найдется ни одного кирпича, что ли? Игра. Мне кирпич нужен. Мне нужен кирпич. Что за фигня? Ну-ка, этим можно? Иди сюда. Ладно, открой. Что там, ничего нету? Гуляет. Слышу, как гуляет, товарищ. Слышите, там вот где-то справа. Так, садимся. Здесь можно попрятаться. Что если сюда зайти? Давайте зайдем, чё. Пока есть возможность. И заодно типа заныкаемся. Он сюда по идее не может пролезть. Пошел ты. Он там где-то ходит. Давайте пока совместим приятное с полезным. Пусть этот тигр там пока погуляет. Давай. Гуляй, гуляй. О! Топляк. Это что такое? Убери это. Вода? Мне знаете, что кажется? Что вот это... Какой-то насос, который, наверное, эту воду откачивает. Ну, давайте по воде пойдем. Я не вижу особого смысла так заморачиваться. Пойдемте. Куда получилось пойти, туда пойдем. А куда пока не получилось, значит, нас не сильно хотят там видеть.
Так, давай. Да я не думаю, что он может под водой лазить. Это свет включать, понятно. Если он пролезет под воду, я сильно удивлюсь. Так. Будет плавать под водой, это будет очень странно. Ну, давайте попробуем это поменять. Развернуть, точнее. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Игра. Давай. Мы подвинули ее. Нам совершенно однозначно надо сюда. Но вот почему-то подвинуть у меня не получается. А почему? Ну-ка. А если отсюда? Да давай. Ну давайте попробуем туда это протолкнуть. Да я не думаю, что здесь обязательно запускать насос. Чё за бред? А повернуть его никак нельзя? Ой, нафиг. Пойдемте теперь в этот зайдем. В арсенал. Может, там динамит удастся забрать. Сейчас посмотрим. Чё там? В чём проблема? Что ты не можешь опять вылезти куда-то? Здесь все спокойно двигается, там нет. Здесь есть что-нибудь? А, ничего тут нету. Там он орёт, ходит. Пошли. А-а-а! Какая прелесть. Парень нам подсуропил. Ну а в чем проблема, что ты не можешь залезть, что ли, под стол? Что у нас там? Еще стало больше. Угу. Сегодня явно не день скалолазания. Складской участок С, складской... Так, участок Б. Но мы там были уже. Арсенал, кладовка, склад взрывчатки. Ясно. Пойдемте. Придется включать генератор. Я, честно говоря, не думаю, что это на что-то повлияет. Ну, может, я не прав. Может, действительно, там капец, как это важно. Хотя я полагал, что это не принципиально для того, чтобы этот ящик двигать. Ну, ладно. Инвентарь увеличили уже неплохо. Так, закрываемся. Давайте посмотрим, что у нас там делается с топливом. Она ж полная у нас, по-моему. А, ну вот сейчас как раз и зальем. Давай. Хорошо. Это сейчас скинем. У нас такое пошаговое прохождение. Давай, скидывай. Во! Сохраняемся. Открываем. И пойдем в арсенал сейчас. Спускать воду с тоннелей. Погнали. Тут. Ускоримся. Помог он нам тем, что разбил
вот эту дверь. Нам не пришлось лишний раз шуметь. Ну, это неплохо, это очень неплохо. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Там, наверное, надо будет генератор запустить, или он запущен уже. Нет, ничего тут не запущено. Я просто сделал ошибку одну. Мне надо было вот это, да, генератор включить, когда я отсюда выходил. А я его не включил, ну ладно. Вставай! Пойдемте. Время, конечно, потратили, ну ладно. И топлика чуть-чуть. О, горит, горит. Скорее всего, откачка воды. Ну, конечно, конечно. Откачка воды у нас с вами идет. Давайте посмотрим, чего мы так добились. Ну и... А, вон оно в чем все дело. Там доски мешали. И все. Ну ладно. Не принципиально было. Я просто доски не увидел. Ну сейчас свет погаснет. Горючки жалко. Ну ладно. У нас ее много. Убирай, пошли. Тут есть что-нибудь? А, ничего тут нету. Еще загрузочка. Ничего себе. Только не говорите, что это точка сохранения. Да, это точка сохранения. Что это? Это у него дробовик в руках? Да, это в руках у него дробовик. Этим дробовиком можно раздалбливать двери. А где он? Давайте читать. Записка. Безумие Тусена. Мне нужно было узнать, что таит в себе тьма. Но Ае, Фарбер, остальные, их глаза для этого не годятся. Здесь под нами находится мир, полный соблазнов, тайн, и... Мои глаза видят это, хотя они и заманили меня в ловушку. Я видел, ха, видение. Видение ушедшего мира, кровавого и ужасного, прекрасного и ужасного, проведенного и проклятого. Вокруг меня голоса. Прошлое хватает, кружит, кружит. Я не знаю, чего они хотят. Я не знаю, чего они хотят. Нужно остановить это. Не могу больше на это смотреть. Мне дают задания, о которых я ничего не знаю. Пожалуйста, Господи, если ты существуешь, положи конец этому. Дай мне способ прекратить это. Я вижу это, ха, я вижу это. Вижу это, нет, не вижу. Вижу это, нет, не вижу. Все кружит и кружит и кружит, требует крови. Хорошо. Где эта точка сохранения? А тут этого нету, что ли? Сундука. А, сундук у нас только один? У меня просто есть нехорошее подозрение, что... Здесь у нас будут сюрпризики. Ну-ка. Ничего тут нету. Вот мы сохранились с вами. Ну пойдемте дальше, чё. О. От Жубера, Каморы и Нару в ответ на отчет Нуае. Наш безумный классицист снова нанес удар. Нуае предоставил отчет, в котором говорится, что римляне использовали эти туннели для садистских вакханалий, кровавых праздников, пыток и вещей похуже. Далее он говорит о том, что все это проводилось на арене над огромной ямой. Любой, кто падал в нее, летел в кричащую тьму. Это его слова. Как поэтично. Я был в тоннеле, это туннели, точка. Рекомендую установить наблюдение за Нуае. Типа поехавшая. Ясно, ясно. Видали, да?
друзья мои. Глаза. Кто-то тут кому-то глазки повыкалывал. Душевно так. Может, в записках они что-то и писали, не знаю. Что здесь? А, тут ничего, что ли? И вот тут что-то есть. Стоп. Мы вон оттуда пришли, а здесь что? Меня прям любопытство разбирает. Или мы отсюда пришли? Нет. Или отсюда? Да ладно, да, это тот ящик. А почему я решил, что мы пришли с того места, которое было напротив стола? Ага, отсюда мы вышли. Вообще не шумим. То есть... Врубай. А там получается единственный проход. Ясно, понятно, от стола направо. Ну что ж, пойдемте. У меня есть смутное подозрение, что нам нужны патроны. А я патронов не вижу. О, как страшно, как страшно, как страшно. О-хо-хонюшки, хо-хонюшки, хо-хонюшки. Убирай. Ну, это уже из Rebirth. Это из Реберда, амнезии. Собственно, понятно. Инопланетяне. Предыдущий мир. Какой-то там инопланетный. Камушки вот летающие. Интересно. Опять топливо. Игра, дай патроны по-братски. Чё это? Так. Видали? Видали? У нас есть что-нибудь? Три патрона. Я очень сильно сомневаюсь, что это добрый человек. Опа. Чё? Чё это? Где? Тени. А ну-ка, если. Нет. Он где-то вот здесь. Тени. Он там. Вон он. Это не... Или это не он? Капец. Лист газетный летает по кругу. Я пока не вижу его. Он где-то там. Это тени. Тени. Так. Lost in a bloody twirl.
Мясо мы заберем. Тихо, тихо, тихо. Хотелось бы, чтобы что? Где он? Нет, 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 нет. Офигеть. Офигеть. Вот говно, а. Он вот здесь где-то. Мы друг друга погрозили и за бороды схватили. Это тени. Вот скотина, а где он был? Ну, мне кранты, я думаю. Давай. Доставай пистолет. Достань пистолет. Пистолет Дустун. Я не понимаю этих, как ты смеешь нарушать их покой? Где он? Вот он. Это не он. Мы кружим. Где он? Ё-моё! Вот он. Да. Говно. Собачье. Урод, а? Кто это такой? Урод. Бери. Не можем? Что у нас? А, дробаш в отдельном слоте, да? Давай. Это... Крысы. Так, ну-ка пошли вон. Доставай пистолет. Где пистолет? Так, давай. Пусть они его сожрут. Вот так. Теперь... Что они хотят сказать? Что с дробаша долбашить надо? Давайте попробуем, что. Ну, заряди. А, у меня что, патронов на него нету? Есть же патроны. Это что у нас? Ну, давай. Ладно. Где граната? Чё, я не понял? Да забери ты гранату, господи. Ну? А. Так, вставить патрон. Все, есть. Теперь пистолет вытащи, пожалуйста. Вот нам пистолет нужен. И давай гранату. Ну. Раздолбали. Да, раздолбали. Прекрасно. Как он здесь выживал, а?
как вы думаете? Недоразумение вот это вот. Придурок, доставай пистолет. Это тени ходят, да. Граната нам пригодится. А мы это раздолбашили зачем? А мы не можем это поджечь? Ну-ка, мне вот интересно. Не можем? Нет, не можем. Мы по кругу, что ли, прошли? Так, вот еще. Ну, там я видел кирпич. Да, он был там, в этом. Да говно мы не можем отодвинуть, да? Вот здесь он был. Я не хочу тратить патроны на это. Тем более на дробаш. Может, там еще какой-нибудь шизоид будет. Да в чем проблема, ну? Доставай. Давай, давай. Так, отлично. О, как страшно. Это что? Да ладно, это детонатор? Но мне кажется, тут, конечно, далеко не все так просто. Для начала давайте вот это отодвинем. Так, это сумка у нас. Это детонатор. Вообще отлично. В крайнем случае, гранату сейчас вот сюда кинем. Но прежде вот сюда давайте пойдем сходим. Так, иди сюда. Ну-ка. Вы поняли, что это? Это та самая яма, из которой нас вытаскивали и которая была описана в записке. Если я все правильно понял, именно здесь должен быть кролик. Да. Да, да. Помните, да? Что у нас? Мясцо? Ну, разберемся. Здесь должен быть кролик. Здесь должен быть кролик. Кролик, где ты? Ну-ка. Но мы очень ограничены. Вот он. А вот и кролик. Все понятно. Так, что мы можем скинуть? Давайте вот это скинем, наверное. Тряпку скинем. А кролика заберем. Да-да-да-да-да. Неужели здесь больше ничего нет? Там еще была дверь, которую надо будет открыть. А я записочку хочу какую-нибудь. Фляга. Помните? Вот отсюда мы здесь были, нас тащили. И в записке это место упоминалось. И я так понимаю, именно вот эту воду выпил наш напарник, после чего, скорее всего, все эти припадки и начались. Как мне думается. Вот. Я полагаю, что да. Я полагаю, что да. Ладно. Тряпочка нам никуда не залезет. Тряпочка нам никуда не залезет. Мне очень сильно было обидно, что кролик у нас в отдельный слот, как сюжетный предмет, не залез. Вот это плохо.
А я считаю, что так должно быть. Это же сюжетный прибит. Но с другой стороны, он же, наверное, ни на что существенно не влияет. Я так думаю. Но я могу ошибаться, конечно. Давай, вставай. Ну-ка. Тут даже можно было не взрывать, да? Как все просто. Я, как обычно, верен себе. Все было просто, я их брал, взрывал. На засов даже внимания не обращал. Но они, собственно, потому и римские. Вот эти колонны, я так понимаю. Потому и римские. Здесь ничего нету, что это? Бинт? Бинт нам не нужен. Красивый, здоровый. Это что? А пришли мы вот отсюда, по-моему, да? Да, ну пойдемте посмотрим, что там. Что здесь? Ага, очередная статуя. Но это, видимо, та статуя, где мы дверь вышибали, да? Но это выход. По всей видимости. Интересно, там на всех дверях был засов? Так, а теперь осталось понять, как выйти. Потому что я вообще не помню, как мы сюда пришли. Ладно. Чё это? Топливо? А, ладно. А с этим придурком... Сейчас мы, он будет у нас ориентир. Вот оно, да? Получается, что зашли мы отсюда. Вот откуда-то вот отсюда. Справа, да. Наверное, на свет и будем ориентироваться. Я так думаю. Вот. Отсюда не выйдем мы? Здесь что-то есть вот? Ну-ка. Ящик надо будет подвинуть, я думаю. Да. Угу. Чё, нет? А поменьше ящика нету? Нет. А почему? А это что? Иди сюда. Мы себе сделаем чисто ступеньки. Давай. Я надеюсь, что мы все правильно делаем. Так. Да, лютые, конечно, тоннели. Но мы выходим. Да, мы выходим из них. Фонарик у нас в руке, так вот. Для успокоения. Жуткое место, конечно. Ткань. Зачем она нам? Свет уже давно погас, насколько я понимаю. Там что-то блестело. Да, давайте сохранимся. И нам нужно будет дойти до генерального штаба. Назовем его так. Потому что серию надо заканчивать, но у нас уже появился детонатор. Но туннели, конечно, были адовые. Мы сохранились, поэтому все нормально. Прогресс наш никуда не денется.
Свет еще горит? Серьезно? Я думал, он уже давно все потух. Мясо нам надо будет обязательно. Здесь шарахается где-то. Деятель этот. Мне просто интересно, кто туда засунул детонатор. О, хватит. Ну, сюда, я думаю, не пролезет. Хотя, кто его знает? Может, он шизик? Почему, может, он шизик? Еще какой? Если он нас увидел? Нас увидел. Он хочет нас покушать? Пойдемте. Пусть хочет. С вами сейчас технично свинтим. Или свинтим. Так, встаем. Хорошо. Очень хорошо. Где-то здесь, что ли? Пошарахаться решил этот деятель. Закрываем. Закрываем. Теперь. Там горючка закончилась уже? Я думаю, закончилась, конечно. Да, закончилась. Ну давай, заливай. Все. Отлично. Сейчас зальем ее полную. Для того, чтобы в следующей серии с вами пойти в этот в арсенал. Пойдемте. Мне еще кажется, мы с вами не все здесь открыли. Из вот этих вентиляционных шахт. Давай. Все? Отлично. Граната нам понадобится. И мясо понадобится, потому что там в арсенале крысы. Мы готовимся к с вами к нашему, я думаю, последнему шагу. К финальному. Хотя, может быть, и нет. Ну, по идее, да, да, скорее всего, да. Давай. Прекрасно. Все? Да. Провели время с пользой. И мне все-таки хочется пойти сходить, знаете, куда сейчас? В казармы АБ. Потому что, по-моему, мы там не все открыли. Я просто не помню, где это было. Давайте по карте посмотрим. Так, казарма. То есть мы сейчас выходим. Идем налево. Казарма А, казарма Б. Солдатские казармы. Угу. Умнейшие люди страны не дают нам пройти. Так, это не то. Здесь они? Нет. А где же у нас солдатские казармы были?
придурок пришел. Закрывай. Ой, как ты задолбал уже, а? Он нам, по-моему, никуда сегодня не даст сходить. Так, мы выходим. Значит, получается. Так, ага, налево. Первый поворот направо. Там, где стратегическое хранилище. Все понятно. Забыл я. О, кошмар какой. Здесь, да? Солдатские казармы. Да, все понятно. И здесь же узел связи. Мне просто кажется, что мы не все вентиляшки здесь прооткрывали. Ну, пойдемте, мы в любом случае основной сюжетный предмет нашли. Сейчас можно и похулиганить, в принципе. Крейсы, 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 крейсы. Друзья наши, да. Так. Здесь нету? Ничего такого. Друг молодежи тусит. Надо быть осторожным. Где он? Он за нами. Он за нами. А вон там растяжка. Мы ее срежем. Убирай. Где же это было? Не помню я, где была эта вентиляция. Видели? Пар с дырки вышел. Все, сейчас припрется. Интересно, а отсюда мы сможем похулиганить? Не-а, не сможем. Не, не сможем. Поработать почти саперами. Тихо-тихо-тихо. Товарищ. Так, убери вот это. Тусит. Я не смотрю. Я не смотрю. Ну где он? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Нам надо растяжку обезвредить. Мы против казармах солдатских все забрали, да? Да. Какой настойчивый, а? Гуляет. Мы можем это забрать? Конечно. Прелесть, да? Обезвредили, забрали. Гранату. Две гранаты у нас. Убирай. Да, здесь мы, судя по всему, ничего не найдем. На складе... На складе вроде вентиляции я не видел. Ушел. Не, приперся.
Не даст он нам ничего здесь смотреть, судя по всему. Но надо, надо, надо вспомнить, где была эта вентиляция. Может, в столовой где-то было. Ладно. Ну ты чё? Ну уйди, пожалуйста. Баранкин, будь человеком. Ой. Не хочет. Не хочет. Уходить не хочет. А кто помнит, где здесь выход в коридор? Там же, по-моему, да? Не ушел. Ходит. Опа. Это я решил соскочить таким образом. Это коридор? Да. Прям здесь. По-моему, да. Так, это что? Ага, это узел связи, выход здесь. Пойдемте. Фонарик не включаем, чтобы не шуметь. Я почему-то... Все равно надо будет посмотреть, где эта вентиляция была. Я подозреваю, что все-таки может на кухне. Как вы думаете, друзья мои? Вы мне, кстати, напишите в комментариях, кто из вас помнит, где эта вентиляция была, которую мы не открыли. У нас тут... Как такового прогресса нет. Мы, в принципе, что сделали? Гранату приволокли. Ну, давайте сохранимся, раз игра дает такую возможность. И я очень надеюсь, что в следующей серии мы с вами уже сможем забрать детонатор. Давайте сгрузим. А, не может, да? Ладно. Ну, с другой стороны, что у нас тут? Зажигалка, у нас есть мясо. Пистолет у нас есть. Дробаш мы убрали, он нам не особо нужен. Он просто нужен был для... Так, я так понимаю, по сюжету можно было его не брать у этого полоумного. Но в любом случае мы продвинулись. Я думаю, что осталось совсем чуть-чуть. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.